Chim Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Бокер Тов, дорогие друзья! Вставай рано утром. Задумывались ли вы, что вы просыпаетесь не просто новым человеком, а ты просыпаешься как воин, воин Господень? Я думаю, что многие из нас никогда не думают об этом. Мы просыпаемся и думаем, что все как должно быть, как вчера и третьего дня. Но на самом деле Писание говорит о том, что мы как воины, которые всегда готовы на сражение. Кто это? Прекрасная, блистающая, как заря. Прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Ты и я такой человек. Ты и я являемся частью невесты Господней, то есть Его общины, вселенской общины, если так говоря, где бы ты ни был, и поместной общины тоже. Мы стоим, как грозные, как полки со знаменами. Удивительно? Конечно же, нет. Бог видит нас немножко другими глазами, как чем мы их на себя смотрим. И вы знаете, рано утром вставая, я понимаю, что я должен быть готов на всякое доброе дело. 2 Тимофея 2:4 говорит: «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто подвязывается, не увенчается, если незаконно будет подвязываться». Вы знаете, военачальник – это наш Господь. И если Господь нас ввел в этот мир, чтобы в этом мире мы приносили много праведных дел, то праведность всегда пребывает в Боге, но за нее нужно бороться. Мы должны себя подвязывать на дела Божьи. Сегодня мы подвязываемся в суетных делах, и мы чувствуем себя, как будто мы опустили, как будто у нас не хватает сил. И мы говорим: «Господи, откуда у нас силы? Где нам взять эти силы?» Вступая в могущественную армию Господа Иешуа Мессии, как верующий человек, мы снаряжаем себя во все оружие. И мы хотим, чтобы у нас это было. Мы хотим, чтобы у нас щит веры был, шлем спасения, обоюдоострый меч, как символ Слова Божьего, должен быть у нас также. Но если мы находимся в суете, если мы связываем себя с житейскими делами, мы иногда неуспешны. Вы знаете, имеется в виду, то есть, когда мы в суете, мы должны научиться доверяться Богу. Мы должны доверять нашему военачальнику, который хорошо знает нас. Каждый из нас, мы индивидуальны. Если ты чувствуешь себя как воин, дошедший до состояния вознемождения или же усталости, хочу прочитать тебе Псалом 90. Молитва Моше, молитва Моисея, человека Божьего. Господи, обильно Ты был для нас, вернее, обителю, извините. Я хочу прочитать вам 90-й Псалом с 1 стиха, молитва Моше, человека Божьего. Господи, обителью Ты был для нас из рода в род. Прежде чем родились горы, создал Ты землю и вселенную, и от века до века. Ты Бог. Доведешь человека до изнеможения и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие». Удивительно, что Бог полагает на нас суетность этого мира, знает, что мы всегда должны быть зависимы от Него. И написано, что Он доводит человека до изнеможения, то есть в усталость, и потом говорит: «Возвратитесь ко Мне». Почему? Потому что только у Бога есть источник силы и жизни. Только у Бога есть цели и есть направление, которое Он имеет для нас. И Он говорит: «У Меня для тебя есть судьба, которая величественная». Матфея 11, глава 28 стих. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Сегодня ты в новом дне.
Подумай о себе, как о воине Господнем, который обязал себя военной службой. Подумай о себе, как человек, который имеет на себе ответственность. И ты знаешь, твой военачальник сможет тебе помочь, если ты сегодня обратишься к нему. Если ты устал в суетной своей жизни, суета этого мира, она забрала твою радость, твое расположение к людям. Может быть, ты устал читать Писание, либо обращаться к Богу. Я хочу тебе дать совет. Сейчас своим сердцем обратись к Нему, скажи: я устал, я хочу вернуться в строй. И я хочу молиться за тебя сегодня. Авину Шебашимаем, Отец Небесный. Когда мы, подвязавшись за дело Божие, чувствуем себя уставшими, осуетились, когда мы себя связали с житейскими обязанностями, Господь, ты знаешь, как нас вернуть. Как Моше говорил: ты, Господь, возвращаешь, ты даешь человеку трудные времена, и потом говоришь: возвратитесь ко мне, потому что у тебя есть источник жизни, у тебя есть источник вдохновения, источник благословения. И сегодня, Господь, мы возвращаемся к тебе, мы говорим: ты моя защита, ты моя опора, я возвращаюсь к тебе, и я знаю, что я все могу в укрепляющем меня Господе Иешуа Мессии. Аминь. Пускай Бог благословит вас в этом дне. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили бремена друг друга. Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим служениям, или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, который будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.